После двух соревновательных дней первенства Европы по плаванию Хельсинки российская сборная сохраняет лидерство в командном зачете. Накануне россияне завоевали 5 медалей, в том числе 4 золотые. Теперь в активе наших пловцов 10 наград, и сегодня эта цифра может увеличиться. В четверг юная волгоградка Яна Курцева вновь финишировала на 5-м месте, на сей раз на вольной 400-метровке. Сегодня утром Курцева боролась за попадание в полуфинал дистанции вдвое короче, выполнила норматив, но не прошла дальше из-за того, что выдала третий результат среди россиянок, представленных в данной дисциплине. 17-летний Максим Александров помог российской команде выйти в финал крылевой мужской эстафеты 4 по 200 метров. Причем россияне показали лучшее время в отборе и вечером стартуют в финале на комфортной четвертой дорожке. Воспитанник Виктора Сапрыкина утром плыл на втором этапе и показал абсолютно лучшее время из всех участников первого заплыва – 1 минута 50,28 секунды.